Сейчас я расскажу, как заряжать барабан для винтовок FX. Берем сам барабан прозрачной стороной к себе и тянем за верхнюю пластинку против часовой стрелки. Прокручиваем до упора. Здесь у нас свободное окошко. Берем пулю и тыльной стороной кладем ее, получается, с обратной стороны барабана. Дальше окошечко мы сворачиваем, и остальные пули мы закладываем уже с пластиковой стороны, проворачивая барабан по часовой стрелке. Возвращаем в исходное положение. Вот так выглядит пуля со стороны входа в ствол. Вот, и барабаном можно пользоваться. Барабаны для всех винтовок FX можно купить в Охотника.нет.